Вы пока отметил, что специальная для Барселоны Энрике доставки мячо экспресс-почты длинную передачу вперед на Суареса Неймара и Венисиуса пока еще не работает, но еще не используется. А Месси хорошо переключается, передача в штрафную площадь. Латра находился рядом, показывает, что фола нет, просто на встречном движении, да, Каладжинчик и Месси здесь столкнулись. А Месси так подмигнул, мне кажется, это судья. Смотри, повнимательно. Сначала я хотел похвалить Дзонзи, который перехватил пас, но потом Дзонзи взял и подарил этот мяч Месси. Казалось бы, кому нельзя совершенно точно подарить. Ну, пылесок, пульс Тремулинаса и Месси. Ну, засвистел. А, ну, вот, есть. Пока нет, пока не судьи. 27-я минута, играем дальше. Барселона проигрывает. Сидели 0-1 дома. Наверное, сегодняшний матч такой тирамису, что ли, десерт тура, все-таки главное блюдо, стейк с кровью Реала, мы уже увидели, все-таки дерби состоялось, Атлетико Мадрид выиграл у Реала на Бернабеу, и, кстати, стал первой командой, которая три матча подряд выиграл на Бернабеу, и отрыв Барселоны перед этим, перед своим матчем, вот Атлетико Мадрид в 5 очков, пускай все-таки задел серьезный, и потенциально это 8, но на сегодня, на текущий момент все-таки Барселона проигрывает, поэтому мы говорим о 5 очках отрыва. Это, в общем-то, не та, не тот отрыв, который кажется непреодолимым, да, прекрасно, мы знаем, как Атлетико Мадрид умеет выжимать максимум из себя и обстоятельств, поэтому Барселоне, конечно, тоже здесь со чем-то, мы только что его начали, да, репортаж о том, что рано еще будет здесь короновать. Ну, знаю, может быть, действительно еще и борьба у нас здесь обострится. Да, Реал отстает достаточно прилично. 9 очков уже есть сейчас. В случае победы Барселоны, а потом будет уже, наверное, таким, на который намекает Зидан, когда говорят, что Реал выполнил из чемпионского года. А мы подварили сейчас повтор этого. Ну, наверное, все-таки мяч будет далековато, поэтому не стал так придираться. Его ран. Опять мяч на свободное пространство. Сразу же стараются забросить для того, чтобы игроки группы атаки Севильи имели некоторое превосходство, что над Пике, что над Жереми Матье. Все-таки сейчас Камерон, мяч под правой, но не устоял, но нога то удара не получилось. Вот еще один, в принципе, момент, который, наверное, можно назвать